И первая атака от 9 номера. 2 очка. Ну, посмотрим, что тут у нас получится. Хэндофф очень неплохой сыграли. Сразу под горшок попадает. На треху. И 25-я заряжает. Не попадает. Подбор дальний остается за Мистикс. И вот она, треха, друзья моя. Реализует достаточно хорошо, уверенно. Проснулась Наталья. И второй. Второй вот нет. Первая игра у нас проходит. Волошина заряжает сама. И там от нулевого номера. И второй мимо. Сохраняют 50. Вернуть себе лидерство в этом матче. Посмотрим, как выйдет. С лицевой хорошо очень находит. Тут упустили Гордыченко. И что все-таки потеря у Мистикс была. И сразу же Лас-Вегас. Вот эта быстрая передача наказывает за то, что не успевают вернуться в защиту. Гордыченко внутрь, в принципе, получается. И 2 очка только вышло на площадку. Ритунская очень неплохо. Тут девчонки скидывают друг другу мячи. В итоге доводят до абсолютно свободной свищевой Дарьи. И так неплохой показ и обыгрыш. И Ритунская Дарья забивает еще. По дуге раскидывают. И через руку треха от Холмской Анны залетает. По дуге раскидывают. И через руку треха от Холмской Анны залетает. Ну и вот девчонки сыграли. И заброс. Очень неплохо сейчас взаимодействие у нас проявили наконечная Гордыченко. Ну и у нас началась вторая четверть с атаки как раз таки Лас-Вегаса. И, пожалуйста, вам. Костяева забивает в проходе. Водный бросок из угла. Треха заходит. Отлично, сейчас нашли Добронравову. Ну и водный бросок из угла. Треха заходит. Отлично, сейчас нашли Добронравову. Ну и отбились, но забрать подбор никак не могут. И в итоге Мистикс добивают все-таки в этой атаке. Конан попытки получает из-под кольца бросить. И со второй. Отлично. Свищевой, но не зашел абсолютно. А вот тут раскидали очень здорово. Между собой Ритунская. И вот в итоге каждый раз получается момент, когда кто-нибудь да свободный бросает. Чевучалова там. Попадание в этом матче от Мистикс со штрафных. И второй точно. Ну и достаточно легко. Швецова там перехват себе записала. И с лицевой только бежать. Бросок из угла не доходит до цели. И тем не менее подбор там за ними остается. И легкие 2 очка. Все-таки в пятером. Ну, фактически играют. И вот сразу же находит возможность для атаки Швецова. Простяевой. И трехочковый бросок попадает в этот раз Свищева. Ну, подстраховывают тут партнеры. И у Мистикс есть возможность набрать 2 очка. Да, втроем против двоих они там оказались в этой отбитке. Но успевает Мистикс на ногах. Тут в защите. Тут сдваиваются. Время на атаку заканчивается. Приходится выбрасывать. И закидывает. Я по-другому. Да, отлично. Опять через большого. Вход в зону. Там движение просто позволяет им спокойно находить свободных партнеров. И в итоге тут бросать. Хотя неплохо Костяева давала. И с трехи 23 номер заряжает. С трехи не зашло, но из-под кольца. Смотрим, будет ли второй точный. И тогда мы вот этот вот мини-челлендж на больше чем 50%. Заслоном Свищевой наконечно не пользоваться. А тут под кольцом одна абсолютно одна Альянова. В быстром отрыве судьи обговорили. Все-таки остается у Мистикс мяч. И свободный трехочковый. Метру еще движение мяча. Да, тут ну вот очень здорово. Мистикс пользуется тем, что не успевают в защите Лас-Вегас. Здесь у площадки такой достаточно опасный. Наконечная сама до конца пойдет. И 2 очка от 9 номера. Решать задачи в нападении игрокам Лас-Вегаса. Не факт, что получится постоянно это делать, но тем не менее. Ну а Мистикс тут в этой атаке двум давать отдыхать.
постоянно таким образом освежает силы свои. Ну, а тут, пожалуй, вторую атаку подряд. Наконечное забивает. Они открылось у 9 номера. Ахамская, свободный бросок. И 3 очка. Летит сегодня. И еще и блок поставила. А совсем-совсем одна тут 5 номер. И теперь уже Лас-Вегас. Лас-Вегас пользуется проходами, но вот забивать не забивает сейчас. Костяева в проходе, ну а Мистикс за это наказывают. Третий сейчас теряет мяч, обкрадывают ее. И да, вот легкие 2 очка. И сразу же Мистикс побежали вперед. И умудряются они быстрее соперников прибежать втроем против двоих. Вернее, Швецова Наталья там была под нулевым, не 10-й. А вот тут 3-очковый. Ну и немножко Мистикс в нападении, конечно, да, убавили движение. Но тем не менее, все равно сейчас получается находить свободного. И наконечное забивает второй штрафной. Все, замена прошла. Мяч судьи отдают. Как раз таки Альянова только вышла. И, пожалуйста, вам свободный абсолютно брат. Персональное замечание. И 5 фолов в итоге набирает. 7 номер отправляется на скамейку. Но тут не принципиально. Альянова тут пробова. Передача в угол. И еще одна треха заходит от Альяновой. В итоге 4.